эти перчатки там? Да не нормально. Старые, подожди. Няманя! 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 Ты моя ляля! Вот так и живем. Я стала любимой девушкой Фунтика. У меня, как видит, у него это... эротические фантазии просыпаются, извращенец. Я специально в не совсем новом свитере, чтоб жалко не было. Да, с тобой прилично выглядеть невозможно. Ты знаешь? Ты в курсе? М? Ты в курсе? Ой. Да, да, иди, иди ко мне на колени. Иди, Дима маленький, Дима колесенький, да. Дима, я маленькая фифирка. Да, Дима маленький. Да, 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 вот так. Аня! Да, вот так, опа! Ой, ты говорит, не уходи никуда. Я вас буду любить. Предлагаю провести эфир. А сейчас эфир куда посреди рабочего дня? Можем просто видео поболтать, и я это пущу просто как видео. Смотри, а то могу. Ты можешь сесть вот сюда, кстати. Примастись. Я села вот сюда и с Анушкиной Коко Шанелькой. Здрасте. Да. Это у нас такой получается фактически видеоэкспромт. А, то есть, видимо, его так и заткнуть буди, можно. Буди, его буди. Можно заткнуть, он нашел игрушку. У него такая шишка тут на голове, единорожка наш. Да, ветеринар, оказывается, сказал, так что это бывает, окей. Так бывает у кошек, что это не... А ты в курсе, что ты ему мешаешь? Да. Да. Мама, ты его гладишь, а он меня еще больше кусает. Да, так что оставь в покое. А ну иди сюда. Давайте перчатки дам. Да, не, ладно. Няманя. 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 Няманя, привет. Мама, не отвлекай его, а то он сейчас будет меня дрять. Где маленький? Где маленький? Где маленький? Да, маленький. Прыгает на стол. А ты знаешь, как, куда он прыгнул? Значит, он прыгнул с пола, вернее, поднялся по гладильной доске на этот верх, вот куда мы утюг ставим, да, я вот сложенная доска. И оттуда попытался наверх гардероба, а это высота где-то 2,50. Он попытался, да. Я эту доску, естественно, оттуда убрала. И вдруг я вчера вечером смотрю и легла читать прямо у меня перед носом. Он прыгнул на стул, и с этого стула вот на эти 2 метра он попрыгнул наверх гардероба лапами, вот так просто соскользнул вниз. То есть если бы было за что зацепиться, он бы уже был наверху. Извращенец. Дети, извращуля моя любимая. Ой, пупусики. Да, пупусик. Такие вещи делает, что не дай бог, пупусик. Чикатилушка. Всю скатерть со стола. Вот кушаешь, у нас такого никогда не было, чтобы Мика на стол поднималась, а уж тем более, когда мы сидим за и столом. И Максик, то есть это... Максик. А этот наглый тип-то невозможно. Причем его хочешь швырять, вот. Хочешь под затыльник, хочешь а по морде. А я его и по морде, да, и по заду, и выгоняю. Абсолютно. Это вот, как говорят, уличная шпана. Абсолютно. Наглый тип. Наглый младшенький в доме. Да. Залюбленный, но наглый. Я люблю. Хотя нет, мы его строго держим, но он все равно наглый. Ну, а тип такого страшный. Не строго держать невозможно. А как нет. Ты будешь все нужно? Он прям по столу ходит, готов тебе лапами в чай влезть, в обед, все понюхать. Кошмар вообще. То есть вот я когда сижу ем, у меня все вот тут в горле застревает. Потому что надо на леопардовой скорости успеть, да, все сожрать. Да. А еще ты должен с ним поделиться, если то, что это ему что-то, то есть ешь. Ну что, хорошо, я маму говорю, тебе надо поздравить. Он не фанат, то есть кошачьих кормов, не в том плане, он все ест, у него пристрастие к
ним нету такого, нет, что вот только это и ничего больше. То есть он нашу еду ест. Ест. Что он у тебя ест? Ну-ка расскажи. Он у меня ест и всякие колбаски, сосиски. И фрукты ест, и овощи. Знаете, что он обожает? Творог со сметаной и сырым яйцом. Я это все вместе взбиваю. И вот я ему кладу отдельно в посудку. Вы видели, как он чавкает и ест этот творог со сметаной. Из овощей, вот я говорю, тыквенный суп любит, бурак отварной, салатик с майонезом, да. Причем еще с орехом и с чесноком, главное. Что он еще ел? Что-то он еще такое ел. Да, это корольки мягкие, вот эту мякоть. Любит вылизывать. Тыквенный суп-пюре сказала, есть, да? Да, да? Ну, куриный, может, нет у тебя съесть? Не было, я не готовила. Но ты с курицей какие-то блюда курицу делала. Он любит просто отварную, он ее обожает. Вот так просто съесть отварную. То есть его мясо в плане еды содержать не так не накладно сложно и легко. То есть что предложишь, он съест. Сыр покушает. А сыр там любит. А хлеб с сыром он нет, ест? Нет, хлеб он не ест. Но сыр, ну смотря какой, вот очень соленый он не будет есть, он любит плавленый. Он сулугуны любит. Сулугуны, да, но плавленый еще любит. Ну а сыр сулугуны, он такой гладенький сыр. Вот жиденький, такой, прямо да, вот так я беру ложкой. Ты жиденькое любишь, ты маленький, пищай. Слушай, что ты делаешь с моей дочкой? А мне не больно, он мне свитер кусает. Но все равно, слушай, это фашист какой-то. Так он любовь свою показывает. Гитлер-Юген. Любовь показывает. Я знаю. Он БДСМщик. БДСМщик. Он БДСМщик. Это рейтинг плюс 18. Ой, 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 такой шум. Мама, он меня еще сильнее кусает. Но он такой шум. Пахмальца покачет. Он такой шелковый, ой, невероятный. Вот ты потрогай его так погладить. Я не хочу я его сейчас гладить. Он пристрастился, я его пару раз поймала, отлупила. Прыгает наверх, то есть на метр поднимается на столешницу кухонную. Обожает сидеть в раковинах, в мокром. Если кран открыт, он пытается туда влезть под эту воду. Я бы пустила, но просто сейчас зима, холодно. Я боюсь, что он заболеет. Вот летом я буду открывать, воду наливать и пусть там сидит. В биде он какает, в биде писит в своем туалете. Ты в биде любишь сидеть, дурочка. Да. Вот я стою, умываюсь утром, нет, он должен влезть в раковину и смотреть, как я зубы чищу. Поднимается на эту полочку, где зеркало. Оттуда сидит и смотрит. Дурака! Слушай, что ты делаешь? Ты на его взгляд. Совсем сумасшедший, как наркоша. Ленде, ленде. Ужас. Ты его подними, пузо покажи. Да, это нечто, это феерическое зрелище. Это подожди, подождусь, не дерись. А ну-ка, не дерись. У него зубы, как эти, я говорю, бензопила, дружба. Абсолютно не просто острые, они еще с такими зазубринками. Ой. Но все равно с ним бесит. Вот так вот вгрызается и вот так вот зубами, вот так вот. Такое ощущение, как будто шашлык есть, вот с косточки мяса вот так вот соскребает. Нет, вот руку не надо, свежее мясо не надо. Свежее мясо любит, кстати, фарш, если я ему даю, он обожает. Ну вот он и идет на свежее мистю. Слушай! Мистю! Слушай, оставь мою дочку в покое. А он мой свитер схватил, он не мою руку схватил. Мне так, что по фиолетовому. Да, ребят, если у вас возникают вопросы еще по транссерфингу, мне по техникам... Мне перестали посылать запросы. Под этим я видео лично запрос. Мне по этой теме посылайте вопросы. Если к маме, то тоже под этим видео. Но просто делайте пометку, для кого да вопрос. Я очень давно не отвечала, я с удовольствием сниму видео. Да, меня, кстати, спрашивают, занимается ли мама английским, да. Да, занимаюсь, в основном, конечно, в вечернее время, но могу и в дневное, но не утром. Потому ну, что да, я утром где-то она работает. До двух часов занята в университете. Так что, если хотите мы заниматься уже нормально с, ходим именно в университет с мамой, именно с мамой, тогда... Но я хочу заранее попросить, я с маленькими детьми не занимаюсь. Я занимаюсь только со взрослыми mm-hmm людьми, которым язык нужен или по работе, или вот они хотят хорошо знать язык. То есть вот эти игры в детский сад, это не мое. Извините, конечно. Не, ну есть люди, которые нет, по-разному... Нет, я с детьми не занимаюсь. Это не мой профиль, не моя специализация. Во-первых, ты в университете не была обучена
как я была обучена. Не именно работе с детьми? Конечно. Мы педагогику проходили, мы практику проходили в 5 классе. Не, мы педагогику проходили. Я преподавала в 5 классе в школе. Но я поняла, что вот работа с детьми – это не мое. Нет, совсем не мое. И не мое тоже. Вот я говорю, у меня единственная ученица есть. Мам, потише сделай, потому что этот звук будет в видео. Я могу вообще… Да, вы выключи. Но это ребенок нормальный, адекватный, воспитанный, приличный. А иногда бывает, что ты вместо урока начинаешь заниматься воспитанием ребенка чужого, что вообще тебе как бы и не надо. Но это даже не столько это, сколько программа совсем другая. Слушай. Там стиль преподавания совсем другой. Дубильный? Это, ну, в общем, короче, это я понимаю. Вот сегодня я на работе была, последний мой урок. Еще 5 минут до звонка, ну, мы уже все встали и уже должны были... То есть, ну как, еще вернее не встали, но я уже сказала, что урок закончен, все, вдруг открывается дверь, без стука, безо всего, с наушниками в ушах, там входит девица, так да захлопывает дверь, ни на кого не смотрит, она вошла, я так, и мы так все так, ах, на нее смотрим, она проходит к вешалке, уже собиралась куртку. Правда, что ли? Да. Я говорю... Hello! Hello! Is there anyone? Да. Alive? Что вы тут делаете? Кто вам разрешил войти? Она так на меня посмотрела, даже не извинилась, ничего. И хотела продолжить то, что она делала. Я говорю, а ну, выйдите вон отсюда. Я бы тоже. Я говорю, вам не стыдно? Я говорю, какая что это мерзость. Такое? Ну, по-армянски я говорила. Я говорю, что это такое? Я говорю, уж вошли, но видите, группа сидит, педагог сидит. Хотя бы извинитесь, закройте. Ну да, ты бы пропустила, допустим. Она на меня так посмотрела, извините. Фыркнула. И вы бы видели, как она жахнула этой дверью, захлопнула, вышла. Но она свою получит, по-моему. Ну, мне глубоко... Но девочки, которые на уроке сидели, они сказали, Карина Роловна, это что было? Подожди, а они что, ее не знали? Нет, это не наша была, это другая какая-то девочка на следующий урок, это первый или второй. Ах, курс. Подожди, она да. Пришла просто в аудиторию. Да, к концу моего урока она просто вошла в аудиторию, у нее там следующий урок, у них там должен да был ладно. Быть. Да ладно. Ну, ты видишь, что люди еще сидят, звонка еще с урока правда. Не было, да. Вот ну, значит, у нее с мозгами вошла, не в порядке. Там пыталась что-то пойти. Я хотела подойти и устроить здесь такой хороший разнос, а потом подумала, ой, мне не, мои не, нервы жалко. Ой, нет, тебе с этим связано? Ну, просто мне кажется, у нее с кукушкой не в наверное, порядке. Наверное, но да. Если не дай бог, я уже ее запомнила, если не дай бог еще раз такое повторится, вот тогда я ее просто за ухо и спрекала. Ты знаешь, мне кажется, с тобой не повторится. Может, она попробует как другую сказать? Аудиторию так обернуться. Причем девочки из этой группы там в коридоре стояли, ждали. И когда мы вышли, только потом прозвенел звонок с урока. Не то на, есть она ни по какому это, не имела права входить. Ну, Фунтик, хватит, все уже, ты меня достал. Все. Ну вот. Хватит. Ну вот. Харе. Рубош, иди меня спасай. Нет, ты. Даже не я попробую тебя спасти, но сомневаюсь. Да. Я сильно сомневаюсь, что что-то получится. Подожди, попробую. А ну-ка иди сюда. Надо посмотреть. Слушай, ай, что укусил меня? Не кусайся. Ты что меня кусаешь? Освободите Вилли. Подожди, я ему игрушку принесу. Ой, ты слушай, ты овца. Овца. Недостриженная. Это не овца, недостриженная. В овечьей шкуре. Эй. Овца. Слушай. Овец. Овец, овец. Он даже на свою любимую обезьяну не реагирует. Ну, если такая обезьяна большая сидит, зачем она еще такая? Нет, ты посмотри. Одной лапой это прихватил, но вцепился в анушек. Посмотри, он на меня разозлился. Вот, очень хорошо. Ой, дочка, это какая колбаса. Не-не-не-не-не-не, ко мне не надо, давай, отвлекайся. Слушай, почему у него на тебя такая реакция? Это любовь. У нас любовь, да? Импринтинг получился. Саломазу какой-то. Иди сюда. Эй! Это мягкая игрушка. Динг. Динг. Вот и возмущение такое. Слушай, хватит мою дочку терзать. А ну-ка давай. Что он делает? Да, вот так вот. Темп. Вот и грызи. Нет. Он решил, что ты лучше обезьяны. Или я лучшая обезьяна. Так это не видно.
На попах сидят своих. Как он по клавиатуре бегает. Марисев. Причем у него что-то отнимать очень опасно. У него такая реакция, то есть он может просто содрать кожу с руки. Ну вот это классический такой уличный кот. С дикими какими-то генами. Ой, это когда спит, ласковый, спокойный, его можно целовать, любить, он такой нежный. Ну вот кто на Фейсбуке подписан на маму, может видеть, она иногда селфи выкладывает с ним уже спящим. Такая лялечка, лапочка, да. а вот это не козёл. Это стервозный какой-то тип. Да, ну в нем. Я даже не знаю, как его успокоить. В нем дикий. Ну вот я только надеюсь, что когда бубенчики ему подрежем, то будет иначе немножко. Потому что в нем гормоны говорят страшно. Просто. Мужик в действии, Тарзан несчастный. Да, он реально мужик в действии. Тоже мне Казанова. Но вот в нем дикие природные гены сидят. Ужас. Просто фантастическим образом самым. А ну-ка встал. А ну-ка встал. Встал. Такой темп. Фунтик, ты очаровательный. И почему, знаете, как он так бесится, потом вдруг я на него нагавкаю, стукну, он в кресло, и через 2 секунды он уже спит. Да, это как он дети, маленькие дети гадости делают друг за другом, а потом раз и засыпают. А, меня тоже укусил так между делом. Вот. Ну что, так крепко держит? Опа, я тоже в кадре появлюсь. А это кто? Еще кусает и на меня смотрит параллельно. Нечего на меня смотреть. А это обезьянка, кстати, это collectible. Игрушка вот фирмы этот PG Tips, вот этот хороший чай английский, они там сколько-то лет раз вот этих обезьянок, это у них как символ. Бублик. Продают, вернее, с чаем дают. И они относятся к этим коллекционным. Но он уже эту коллекционную обезьяну превратил в половую тряпку. В радость археолога. Эй, хватит. Ай, мой свитер новый. Я тебя прибью. Это я тебе подарила? Да. А, на Новый год позапрошлый. Позапрошлый. В этом году я тебе тоже голубовато-белых тонах. А. Ага. О. И фигушки тебе. Фигушки. Или фигушки. И вот так сразу. А подожди, где та штука? Фунтик. Рубож, ты куда положил? Эти колечки. Коп. На веревочке. Хоба! Хоба! Мама, пожалуйста. А? Да, ангелик может. Хоба! Ты куда положил колечки? Хоба! Пожалуйста, колечки. Хоба! Ладно, бери другое колечко сейчас. Сегодня, короче, видеоэкспромт посвящен это, в мире животных. Дикая природа. Скорпионам, скалопендрам и прочему. Нет, это не скорпион и не скалопендра. Это ягуар маленький, я бы сказала. Фирменный. Такого мы не видели. И кошек держали, и все, но вот это вот это нечто, это что-то с чем-то. Ну что? Причем он очарователен в своем озверении. Он именно... И красивый, зараза, он такой красивый. Его взгляд такой... Янтарные глаза. Тощий, колбаса такая. Наш Максим хорошо кушает. Чемоданчик. Ну, извини, вы его кастрировали, он у вас уже, извините... Он нормально весит абсолютно. Он выпустил музыкой. Ну да, вот. Жирочки. Жирочки. Да. А этот, потом это у вас не двигается. Ну да, а этот вообще наплевать на все.
Максимум, что Макс любит, это лазерку, вот эту лазерную каску. Любит, кстати, а у вас есть такая? Хочешь куплю? Не, я просто телефон свой открываю, вот так вот пускаю свет. Не, тогда я тебе лазерную каску куплю. Ты знаешь, как он будет мотаться? Я знаю, он даже за этим светом мотается. Тюк, тюк, тюк. По-моему, он устал. Устал, да, по-моему, тоже. Вот, вот и сиди. Тоже мне. Он уже устал. Мы тут постоим. Это опасно. Вообще-то да, вот так опасно. Слушай, мы хотим красивый кадр создать. С тобой создаешь фигушки. Кадр. Размечтала. Подожди. Подожди. Все растерзал уже. Подожди. Ой, колбася. Ой, подожди, яблоки. А, мама поставила печь эти яблоки с корицей. Ой, ты маленький. Ути-пути. Да. Нет. Сейчас несу красоту. Эй. И оп. И оле. Оп. Оле. Оп. Оле. Поп. Оле. Шлеп. Красота. Да, вот такая красота. Бельплеры. Скажите здрасте. Здрасте. Я не хотела в кадр попадать, но ладно. Ну как, мам, Карина, вам вкусно? Мне вкусно. Мне тоже. Я эту кайфушу... О, ой, какая роскошная вещь. Это шарик. Накручен, во всяком случае. А, вот. Тарзан. Держи. И пошел назад. Давай. Иди назад. Иди. Кыш. 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 Ты могла тут чья-нибудь? Ты каши любишь, я знаю, как ты кис каши. Дай ему ложкой полба один раз. Пунк. Пунк. Пунк-пунк-пунк-пунк. Пунк-пунк-пунк-пунк. Где? Куда? Куда ты меня в норку свою потащил? Слушай, шпана! Подожди, шпана. Подожди, рубож. Слушай, можно я доем? А вот как можно? Вот, вот так и живем. Мы его вынужденно выгоняем из комнаты, чтобы... А, а, фуль ты! Эту роскошную персидскую скатерть. Слушай, я сейчас доем и буду реально тебя ложкой. Вот, 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 вот. Вот, посмотрите, что он делает. Хулиган. Жесть, а, кошмар. Так, чист, садись. Слушай, что ты с моей дочкой делаешь? Да. Дай ему полбу. Не, реально дай. Зараза. Ты представляешь, что он делает? А ну-ка. А ну-ка. Да. Фунтик летает. Фунтик летает. Боишься? Его надо на люстру посадить. Страшно? Аба. 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 А вот так вот. Вот теперь ты у меня описываешься от страха. Тебе так кажется. Кусятся. По-моему, да, это с тобой произойдет. Это кошмар. Это кошмар. Тяжелейший случай, конечно. Да. А этот сидит, комментирует тут. Семейный портрет в интерьере. На-на-на, за ладонь в ладони, это навечно. Ля-ля-ля-ля. Чего, Рубож? Я Гирковский, психоз не могу, Гирковский. Нет, вот так. One-way ticket, one-way ticket. Да, тебе. Кикит, я бы сказала, китит. Ути-кути-кути. Кикит. 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 Опа! А ну, пути, пути. Тоти морда, тоти морда.
аферистка. Ах ты, морда жертва аборта. Точно. Врайц. Поки конкретный врайц. Поки барсасный бецерюрт харк. Ну, не знаю, наверное, вы знаете, я говорила, что я двух ворон прикармливаю. Каждое утро там им сосисочки кладу. Первый раз они мне принесли 20-драмовую монету и положили на подоконник снаружи, вот где я корм кладу. А сегодня утром я обнаружила вот этот желудь с веточкой. Причем здесь вокруг нигде ничего такого не растет, и я так сильно подозреваю, что эта штучка не могла сама залететь на 6-й этаж. Вот. Так что я такой презент получила, благодарность от моих ворон. Кишка. Кишка танка. Ты такая кишка. Ты такой бабусик. Так и тоже надо это надо погрызть, покусать, попортить. Ну. Я потом переоделась уже. Да, свитер уличный, жалко. Вот, наконец-то зверь. Успокоился, да? Зверь, ты спокоен? Все нормально. Мусоровозка приехала, да? Это интересно. Ну ты мальчик, тебе машинки интересны. Ай, господи, да. Вот так. Да? Васьки?